Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show. Мы возвращаемся в мосты, конструкторы и портал. Bridge Constructor Portal. Строим мостики, мосты для того, чтобы проводить машинки по всяким разным экспериментам. Авиашоу. Вот это да, вот это сейчас будем прыгать. Ой, тут опять двойная система пошла. Машинка падает, нажимает на кнопку, это пошла сюда. Первый на там аэрогель везде. Залетает в этот портал. А это залетает в этот, они прыгают крест-накрест. Одна должна попасть в красный портал, другая должна попасть в этот портал. Собственно, здесь они выезжают. И здесь их надо как-то свести воедино. Как свести-то, это вообще не проблема. Это все изи. Давай начнем. Ты хватит мне тут прицеплять как хочешь. Я сказал, мне нужно вот так. Тихо. Так. Здесь уже мы дорогу должны начать поднимать. Не можем. Так. Собственно. Раз. Ага. Здесь, короче говоря, у нас это будет вот так вот. А эти машинки... Ой, слишком... Ох, как просто... Так. А эти уже должны начать забираться. Вот так вот. И вот так, только это не дорога, вот эта дорога. Они будут спрыгивать. Вот так вот. Ну и здесь все крепенько стоит, все четенько. Здесь даже ничего не надо закреплять. Нагрузки никакой, здесь будут бахаться. Ну вот этот момент, я не уверен, будет ли прочным или нет. Давайте посмотрим, как у нас летают машинки. Даже так? Погоди, так они же здесь бахаются. А как мне их развести? Вот это вы мне задачку тут задали, да. Подожди-ка, стой-ка. Тихо ты. Предположим, ты у нас будешь вот так, ты у нас будешь вот так вот. Блин, а здесь долго экспериментировать придется. Давайте сейчас запомним, где. Вот где-то здесь надо уводить. Где-то здесь надо уводить. Тихо ты, не то. Ну, предположим. Я не понимаю, пока что делаю. Мне нужно поймать эту машинку, но эту машинку мне нужно не поймать, а оттолкнуть. Вот. Отлично. Ну, что-то примерно типа такого. Окей. Ага, так, мне здесь дорога не нужна, здесь мне тоже дорога не нужна. Мне нужна дорога. Вот так вот. Собственно, тихо. Ага. Собственно, здесь мне нужна вот эта сцепка. Так, нитки. Чего не попал? Тюм. Так, нитка. Стой, телефончик, не ори, подожди. Нитки. Ну-ка, тест. Конструкция крайне ненадежная. Эта машина колбасится и фигачит всю вот эту вот, блин, нашу постройку. Это очень плохо. Это очень плохо, поэтому нам здесь нужно убрать эти нитки и сделать здесь жесткую сцепку. Стой. Раз, два. Ой, подожди. А ты приседай. Ага, я понял. Тебя надо все-таки подзакрепить. Сейчас, мне нужно понять просто поведение этой штуки, потом мы... Так, тихо, ага. Ну, там примерно нормально. Здесь она проезжает, никаких нагрузок нету, все. Окей, теперь нам надо поймать эту машинку. Блин.
Я ее охерею ловить. Я не понимаю, как ее ловить. Это пролетает вот так вот. Это с ней не стюкивается. Но как бы... Плохо. Поехал назад. Ой-ой-ой, там все отломилось. Почему? А почему тут все отломилось? Предположим, дорога здесь у нас вот это. А, нет. Это вылетает, ударяется. Да. А это не долетает. И как тогда быть? И как тогда быть? Я немножко не в рубе. What the f? Может быть, попробовать их поймать как-то... А вот они залетают. То есть она летит вот так вот. Здесь она долбанулась, да? Собственно, здесь она долбиться не будет. Сейчас мы это уберем. Убери. Эта машина сейчас улетит. Здесь что-то мне не надо. А, надо, потому что... А как же это? Мне тут нужно только для удара. Мне нужно для удара, чтобы она... Ну... Ага. Тихо, не то. Я сейчас пока вообще не вижу, пока как это все решается. Так. Там человечки выпрыгнули, но как бы это окей. Вот так. Но она шибанется и начнется крутить. Надо... А как ее замедлить? Можем ее замедлить? Мы можем и сделать вот такую дичь, конечно. Но... После этого вся конструкция ломается. Да что ты меня музыка нагнетаешь? Да, на одном уровне настолько застрять надолго, это, конечно, дико. Блин, еще вот дико, что вот, мы не можем ничего сделать, пока не посмотрим, пока машинки туда не доедут. Это же жесть. Может быть, их вот здесь вот ловить как-то? Да никак ты его не поймаешь. Нам нужно одну машинку. Здесь я ни к чему присоединить. Я даже здесь... У меня попыток нету построить здесь что-нибудь. Продолжение следует...
Сейчас пока это эксперимент чисто на потрогать. Так, этого поймали. Но он не долетает, ему ускорения не хватает, потому что он после удара. Да какая нитка, блин. Своими нитками запарил. А здесь машина ударится. Да нет, ему не хватает ускорения, чтобы сюда заехать. А повыше это дело поднять? Предположим. А как так получилось-то? Так, сейчас справимся. Ничего. Капец, как колонна, это точно не пройдет. А почему так получилось-то? Почему это начало сальтуху крутить теперь? Ну-ка. Потому что она не приземляется нормально на колеса. Все понятно. Так, окей. Она приземлилась. И что получилось? А нихера не получилось годного нормального, потому что это какая-то херотень. Но они... Я не вижу, вот я не вижу решения, реально. То есть есть проблема. Есть проблема в том, что эти машины одновременно в центре сталкиваются. Как мне их рассинхронизировать? Снизу я это сделать никак не могу на выезде, потому что здесь никаких вообще строить нельзя штук. Сверху у нас уже какая-то гребаная арматурина, блин, тут понастроена. Ну, предположим, у синего там разгон больше. Синий выстреливает сильнее. Я понял. Короче, мы... Есть как-нибудь это очистить стройплощадку? Спасибо. Короче, версия номер два. С тем всем не получилось. Что мы делаем? Мы с вами, во-первых, делаем прочную висюльку. Только закрепить ее мы не сможем, конечно. Мы делаем здесь.
Предположим, что у нас получается? У нас получается, что эта машина как бы заходит в туннель. Ладно, чтобы это пролетало. Ага. Так. Этой разгона не хватает. А это пролетает у нас. Давай, 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 родненький. Давай, родненький, лети. По нижней части. По нижней части он летит. По нижней части. Да что ж ты все на веревках-то вечно? Так. Может здесь не залететь. Очень большой угол, учитывая, что идет сильный тормоз. Тихо. Давай пробуем. Ладно, плевать. Давай пробуем вот так. Нам нужно ее поймать как можно глаже. Нам нужно сгладить здесь угол. Ну да. Это теперь задевает. Окей, нам нужно сгладить здесь угол. Для этого мы делаем... Да что ж ты с нитками-то своими, ну запарил. Раз. Это плевать. Нам нужно, чтобы она ее не колбасила сильно. Мне нужно, чтобы она ударилась и встала на колеса. Вот. Ну, в портал там... Ай, блин, у меня же здесь было все хорошо. А теперь как бы все не очень получается хорошо. Весюлька, писюлька. Вот это у нас здесь дорога, да? Дорога. Так. Это у нас продолжает колбаситься. Обо что? Об верхнюю. Об верхнюю. А она не заедет тогда? Сейчас будет об нижнюю. Бум. Сильный удар был. Сейчас мы этот угол вымерим здесь, чтобы эта машинка свободно пролетала. Ага, здесь это вот все порвалось. Из-за удара. Из-за удара это рвется. А куда она, рвется? Так, пускай это пролетает, все нормально. А, сейчас посмотрим с этой, что происходит. Так. Теперь нам надо как-то не допустить здесь разрыва. А как это сделать? Она бьется и почему-то... Почему-то здесь идет разрыв. Капец. Что-то там порвалось. Что-то там где-то порвалось. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Что-то там это устал, блин. Тоже мне. Столько с вами мучиться, блин. Один уровень, полчаса, охренеть. Блин, если будет так дальше, то это жесть. Давайте посмотрим, как колонна с этим справится. Ух.
Что-то порвалось. Ой, 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 все пошло не по плану. Ой, все пошло не по плану. Ну, ребят, ну вы что, ну серьезно, что? Толкай их, Вац. Две машины только. А, три. Три. Вы серьезно? 12 машин надо здесь провести? Коряй, якоряй, блин. Как это вообще получается-то? Это жесть. Серьезно, это жесть. Тихо, 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 тихо. Разгон, 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 разгон. Перепрыгнул. Второй. Разгон. Не допрыгнул. Перепрыгнул. Еще один перепрыгнул. Давай, 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 давай. Эти перепрыгнут сзади. Хорошо, на этот раз мы потеряли сколько? Две машины. Эй, эй, запихивай его в портал. Ну че там, эй! Капец. Давай, 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 выталкивай. Во! Блин, сейчас здесь кучу мало устроят, придурки. Вперед, они назад газуйте, ну! 8 машин. А почему уничтожено 2? 8 и... А, блин, эти застряли, эти не могут проехать. У нас здесь проблема вселенского масштаба, на самом деле. То, что у нас теперь они, блин, когда толпой... Дофига машин, ну нафига так много-то делать, вы чё? Ой. Подожди, она здесь бьется. А, это потому что я отклонение... Ой, сюда нагрузка идет сильная. А с хера ли ты вот сюда начала биться-то? Ты же не билась там, я это место вообще не трогал. Я не понял. Ну капец. Такой бац, и просто неожиданно ситуация меняется. Какого хрена происходит-то? Вот скажите мне. Спокойно. Спокойно. Я добью эту хрень. Не-не-не, нифига. Я ее добью. Я ее добью. Так, хорошо. Здесь мы, предположим, сделаем вот так. А еще вот так. Тяжело очень, конечно, это будет. Но зато ничего никуда не сдвигается. И нагрузку мы убрали с веревки. Хорошо. Раз. Два. Третий. Прыжок. Прыжок. Мимо. Прыжок. Прыжок. Мимо. Прыжок. Какого фига все поломалось? Вы че? Вы серьезно? Почему оттуда-то? Ну, две машины. Как? Как? А мне надо эту хрень заменить. На самом деле, на нитку. И вот это, наверное, на нитку, потому что здесь нету жесткой сцепки никакой, нифига. Колонна, подожди. Тихо, 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 тихо. Вибрация очень сильная, и мост там ломается. Очень сильная вибрация, потому что нету жесткой сцепки. Что такое жесткая сцепка? Жесткая сцепка — это когда нет вибраций. У нас с вами нету жесткой сцепки, поэтому есть вибрации. Попробуем немножко снять нагрузку. Убрать вибрации. Тихо. Опа. Во-во-во. Видали? Видали ровненько, как приземляется? Тихо. Да ну кто ж там устроил-то? Ну только что нормально все было, здесь все поломалось, эти все пропрыгали. Это реально, блин, вот реально рандом. Реально долбанный рандом. Смотри, пролетает. Это проезжает быстро. Это пролетает. Этот... А, она его задела. Я понял, я понял, я понял. Давай попробуем немножко...
Увеличить угол? Хорошо. Плохо. Плохо, она успевает его задеть. Значит, здесь мы тоже немножко угол... А это что такое? А что там красненькое было? Вон. Блин, вот это вообще бесполезный механизм. Ну, не то, не сё. Так. Пролетает. Этот сейчас подъехал быстрее, получается, что ли? Давайте вот так. Мне нужно замедлить этих ребят. Обо что ты долбанулся-то? Вот как это происходит? Это просто, я не знаю, это рандомные ивенты какие-то. Один берет и долбится обо что-то. У них одинаковая траектория полета должна быть. У вас машины разные или что? Вот. Вот обо что? Капец. Идиотизм. Вот бесит на самом деле. Эти моменты просто тупо рандом. Раз. Два. Три. Четыре. Нет, без шансов. Этим не допрыгнуть. Слишком большой угол. Им не допрыгнуть. Поэтому... Капец. На! На по щам. Так, подожди, стой. Если сделать вот так. И они синхронизировались в этом месте. Они все вот ровненько в одном месте, блин. Ой, кабздец, просто бесящая хрень, я не знаю, ну. Ну. Ну, давай как-то так. Здесь реально тупо на углах надо играть. Ну, это просто дикая, лютая вещь вообще. Второй летит. Давай, давай, давай. Твою мать. Их реально надо разводить. Вот... Вот доли секунд каких-то не хватает, чтобы они... Они вот как бы... Во-во-во-во-во-во-во. Во. Ты там... А, этот прыгнул, это... А ты с каких пор начала проседать? А где у тебя этот закреп? Погоди. А машина здесь приземлилась, долбанула, и это, собственно, крыша фиганула с нее. Офигеть. Тихо. Тихо. Да ну ёпстель-мопсель, ты почему застрял там? Почему две первые машины нормально проехали, третья не смогла? Как это вообще получается? Ох ты ж, блин, а... Да... Охереть. 40 минут на один уровень. Это классно. Долетел. Долетел, прыгнул. Долетел, прыгнул. Прыгнул, долетел. Поехал. Толкни его. Парни, ну давайте, трое, последние. Ну, родненькие, ну мои, пожалуйста, доедьте, ну. Ачивки нам сейчас ролик покажут каждые 10 уровней. Че, вы на этот раз принесли привет? Что это такое за херня? Чем вы меня хотите порадовать? Что это? Ой, радио. Великолепно! Учитывая ваши огромные заслуги, мы рады присвоить вам новое звание «Малозначительный плюс».
Вот так, малозначительный плюс. Ой, дичь какая. Мы с вами проходили по 5 и плюс-минус уровней. Камера даже пляшет. А теперь мы за одну серию прошли только один уровень. Вот это дичь. Короче, если в следующей серии будет то же самое, то я чувствую, что с этой игрой видеолетсплей надо завязывать, потому что она совсем не подойдет для этого. По одному уровню за один летсплей проходить это дико. А про нарезки вот тоже не надо писать, потому что... Окей, типа, а зачем ты показываешь весь процесс? Покажи, как ты его проходишь. Классно, а давайте я просто пройду сейчас эту игру и вырежу один момент концовки игры. Типа, я прошел игру, нахера смотреть вообще прохождение? Так что те, кто предлагают, типа, нарезать, тоже подумайте головой. Потому что, окей, я могу сейчас нарезать все ролики и концовку сделать. Классный летсплей, вообще офигенный. Нет. Ладненько. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Bridge Constructor Portal. Мы с вами... прошли, наконец, 30-й долбанный уровень. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, на Твиттер, ссылочки в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал и всем пока!